На, остановились мы на том, что кузницу хотел поставить. Пока посмотрю, что для нее нужно. Нужно 6. Что такое? Неправильный пароль? Да я случайно нажала пробел. 6 меди, 4 угля, 4 камня. Подожди меня! Да я без тебя не поставлю, я пока просто вслух проговариваю, что туда нужно. Можно я поставлю? Че? Че надо поставить? А почему неверный пароль? Я не понимаю. В смысле неверный пароль? Заебала, блядь, эта игра. Я вроде с паролем не ошибся. Наверное. В смысле? Тебе каждый раз, когда ты заходишь, заново вводить пароль надо? Да. Ну, то есть не вводить, а генерировать? Ну, да. Хер. Ну, вот так, не запоминай там. Да. Фигенная игра. Нормальная игра. Привет, баба. Так, этот, на, возьми себе свой этот. Появилась? Появилась. Даже не что заметила. Должно появиться? Даже я на твоем экране увидел, что у тебя выплыло. Медь выпала. Так, а еще? Выплыло. Выплыло? Угу. Что мне должно выплыть? Чертеж новый. А, я не вижу. Ну, конечно, ты не видишь. Ты же его даже не заметила, что он у тебя появился. Сказал, посмотри. Куда? У тебя появилась кузница. Значит, ты можешь сделать кузницу. А где ее посмотреть? Да это что ли? Нет, левее. Это кузница? Да. Это верстак. Это кузница. Написано кузница. Так, надо 6 меди, 10 древесины, 4 угля, дай. Ну, собирай, у меня нет на руках этого ничего. Медь в этом, в плавильне. Как это сложно все. Надо 6 меди, у меня только 4. Там сейчас еще можешь оплавиться, подожди. Так, а мне пока что делать? А я пойду за деревом. Нет. В смысле нет? Ладно. 4 угля, 4 камня. Вот, еще одна медь появилась. О, все, две. Есть. Нет, хочу сначала посмотреть, как ты поставишь. А куда ее дома, что ли, ставить? Я не знаю. Нет, вряд ли. Ой, она такая маленькая. А, слушай, да, можно дома ее воткнуть. Ставь дома. Скорее всего, она будет просто улучшать. Да? Думаешь? Нет, она не будет просто улучшать. В ней надо будет... Ну, попробуй. Где? Слушай, ты можешь вот это говно сломать и поставить подальше? Я тогда ее рядышком поставлю. Вот это вот... вот это вот. Да. Угу. Давай я сначала поставлю. Или давай ты ее максимально ближе к той стене поставь, а я поставлю рядом кузнечку. Хорошо? Ша. Короче, ставь сначала кузницу, потому что... Да? Ладно. Да. Ок. Я вот только если вот сюда вот ее могу поставить. Во, вот сюда и надо. Я ставлю кузницу. Все. Я поставила. Чертеж. Медный нож, котел, там... Бронза. Пацан. Бронза из олова и меди. Бронза 5. Медный нож. Увеличено. Ну, пока... Все. А что еще можно сделать? Откуда у тебя... Чё? Чё у меня? Ничего. А как улучшить? А какую кузницу улучшать? Её никак пока не улучшить. Ну, подожди, а как, например, вот улучшить верстак? Где ты видел кнопку улучшения верстака? Покажи кнопки мне. Нету, ты просто берешь
Видишь это звезд, ну этот ремесло. Верстак улучшение, верстак. Ну, дубильный станок. Нажим, ну, наводишь на него, внизу написано. Это улучшение верстака. А, я поняла. Все, я... То есть просто постройку сделать и все. Ясно. А здесь нам нужно. Так, сейчас. Нам нужно бронзу сделать, чтобы появился. О, котел! Появился котел. А что ты сделала? Я просто открыла. Котел, только надо 10 олова. Дай 10 олова. Хочу 10 олова и сделать котел для хавки. Возьми 10 олова. Хо-хо. Котел. Так, вопрос теперь, куда его ставить? Это, наверное, он ставится в этот, что ли, над костром? Блин, 2 меди нужно. Пока поставь, можешь, наверное, даже... Да, он над костром ставится. Ну, допустим, давай его сюда воткну, как раз можно его между этими прутьями. Новый чертеж. Ну. Медовуха. Медовуха. О-о-о, тереп-теп-тереп-теп-теп. Блять, бухнем. Котел использовать. Ты горишь, Ксюш. Ну, что поделать. Так, напиток должен подбодрить. Побродить. То есть. Побродить, блин. Медовуха, значит. Ягоды. Ой, сразу видно, какие ингредиенты туда идут. Вносливость. Сопротивление яду. Полезное. Короче, вкусное. Ты готовишь. И королевский джем. А он делает. Непонятно, я что. Пойду за медью. Нужно много бронзы. 40 минут. Хорошо. Побродить, блядь. Побродить. Так, сначала туда. По окрестностям. Ладно, сейчас я тогда хавку попробую сделать нам, окей? Да, делай, я пока. Побегу за медью. Наконец-то. Малина нужна. Там... А, я ее забрал. Одуванчики. Сейчас попробую что-нибудь приготовить. Так. Надо дофига. Ладно. Блин, у пчел пусто. Я не собирал пока. Да, они долго производят мед. На самом деле. Ладно, пока что-нибудь другое сделаем. Мака. Фу, блин. Короче, пойду. Малину найду. Угу. У нас, короче, я ничего не могу сделать, потому что меда не хватает. Блин, надо где-то пчел искать срочно. А вот малина. Отлично, малина есть. Два, блин. Два. Почему я всю малину выбросила? Черт. Ты ее выбрасывала? Да. А что, я слот не занимала. Ай, блин. Как будто я знала, блин. Я прям как чувствовал, что из нее можно будет что-то сделать. Эй. Как чисто. Чувствовал. Я не выбрасывал. Вот еду. Я за тобой ходил, подбирал это мясо и еду. Да вон сколько этой малины, блядь, растет. Да я жопой жри. Просто говорю. Ничего, я сейчас и грядки поставлю. Давай. Не надо так делать. А как грядки, интересно, делать? Наверное, надо просто разрыхленную землю втыкать семена, что ли? Попробуй сзади дома там, может быть. Сейчас попробую. Ну там просто я же больше сделал. Да, я помню, сейчас попробую. Вон у тебя малины, блин, здесь. До хрена и больше. В
устала. Блин, может как-то можно рюкзак сделать? Может быть потом, но видишь, здесь... Ну просто... я уверена, что нет. Здесь как минимум нужно это, ну, открывать. Исследовать сделано. Да ладно. Да. Вот это да. Никогда бы не подумала. Ну, в этом в арке, например, не так сделано. Господи, это сарказм был. Я знаю. Ну-ну. Что ну-ну? Ну, сарказм — это же издевка. Ты не понял издевку мою над тобой. Ты мою постороннюю не поняла. Блин, котел надо поближе поставить. Далеко тянуться. Так, королевский джем. Ну, допустим, сделать. Сколько он чего дает? Он немного. Он дает здоровье 30, выносливость 40. Ну, ничего себе. Ну, по крайней мере, это лучше, чем ягода. Одна. А еще он делал... Из черники и малины. Черники у нас нет. Есть. Уже нет. Так, ладно, попробую воткнуть семена. Да, блин, фига себе, здесь их 5. Подсвечник можно сделать. Для чего он тебе? Просто, чтобы он висел на стене. Я хочу. И я сделаю. Только надо 2 меди на него. У нас есть 2 меди? Нет, вот я за меди побежал. Сначала сделаем из бронзы что-нибудь. Подсвечник уже по оставшемуся. Ладно, уговорил. Просто, блин, здесь, ну, я долблю его, там, минуту. Выпала только одна или... Хорошо, не буду их тратить просто так. Уговорил. Так, ягоды, получается, тоже... И фильтр, блядь, какой-нибудь был бы, за все вкусно. Очень понятно. Ну, это же, блин, вот этот, ранний доступ. Ну, знаешь... Арк тоже был ранним доступом в доступном плане. Арк не делают 3 человека, 4. А? Арк не делали 4 человека. Ну, 5 делали. Я лишь хочу сказать, что ну пока неуместно предъявлять требования к игре. Все уместно. Именно как требования. Опять они набежали. Ну, камон. Ого. Ну да. Как ты туда попал так быстро? Добежал. Ну, без всякого рука. Можно вас поменять, что я убил, чувак? Так. Садить в землю, наверное.
Здесь реально, короче, еда, ну, более такая актуальная, чем в арке будет. В арке просто, чтобы не сдохнуть. Ну, я в плане того, что именно готовка. В арке можно там на ягодах просто. Так, как интересно сажать? Вот я не знаю, как сажать. Тут не сажается ничего. Использовать семена моркови с чем? Блин, с землей тупая эта игра. Чувак, ну зачем ты бежишь ко мне? Я, блин, бью, они просто убегают. Не дают мне мои любимые работать и заниматься. Ну хочешь, посмотри. Либо, может быть, за бронзу. Сейчас я приду, это что-нибудь за... Ой, блин, теперь красный пришел. Господи. Ой, зеленый вместе. Бронзу взял? Используется строительство керасы. Бронзовая кераса. О, броня 8. Скорость перемещения минус 5. Не, нафиг, я лучше в голубой этой троллей шкуре побегу. А я тогда в бронзу там. Да, стрела с бронзой. Блин, ты обосрешься столько бронзы иметь, чтобы делать стрелы. Бронзовая алебарда. Ага. Колюще 45. Бронзовый топор. Бронзовый шлем, нож, бронзовая булава. Бронзовый круглый щит, бронзовое копье. Бронзовый меч. Надеюсь, не... Я хочу бронзовый меч. Не помру. Сколько он бьет? Бьет 35. Хочу! Только у нас нет столько... Принесу. Всё. Блин, каждый кусочек руды это 10 килограмм веса. Ну, 10 единиц веса. Сейчас вместе пойдем, я тебе помогу. Хорошо? Типа мы же вместе будем тратить все это. Все шкуры забыли.
домой идешь, да? Да, бегу домой. А когда я получу загон? Ну, я только за деревьями хотел. Здесь такой туман, ни хрена не видно. Бегу по приборам. Что, скипнем матч? Давай. Ванда Вижн на разных кроватях. Но здесь одной нету. Слава богу. О, ночь скипнулась. Пойдем. Так, ну, сейчас. Не лучше, конечно, с этим туманом. А есть где-нибудь поближе эти медь и олово? Может быть, есть, но... Да. Так, бронза. Ты бронзу сделал, да, один кусочек? Да. Сейчас она просто... Там валяется где-то. Мне кажется, нам скоро понадобится сарай побольше. А, это нет. Блин, а есть красивый сарай? Это просто, конечно, выглядит как-то... Ну, сейчас подожди, может, что-нибудь из камня там можно. Из камня? Да точно будет, что я видела картинки. Так, чертежки. Раз, наколенники. Что там, себе что-то уже делаешь? Нет, просто смотрю, что есть. Что нужно? Кожа. Просто чтобы у меня открылись эти. Чертополох собираешь, желтые грибы, только это все не ешь. Это все ингредиенты. А что, чертополох можно было есть? Нет, чертополох есть нельзя, ну хотя не знаю, я не пробовала. Грибы желтые не ешь, из них делается напиток выносливости. Окей? Я не ел их никогда. Да? А я вот я ела. Я их складывал в этот. А, ну ладно, пойдем. Веди. Ща, мне расстарюсь. И эти все собираю, чернику, малину по пути. Я это все собираю, Ксюш. Ну, это не так. Я собираю. Ну, малину у нас не было. Я ее просто забрал, потому что... Вот посмотри теперь там сколько. Ок, ладно, верю. Все, пойдем. Все, пойдем. Бафни нас. А что я-то? Ну, бафни у меня нет. А куда ты потратил? Я, блин, чтобы туда и обратно сбегать. Офигеть. Ну, вот... Ты меня спросила, как я туда быстро добежал. Ой, как у меня все телепортируются. У оленя пинг миллиард. Че, ждешь оленя? С пингом миллиард? Ну, да. Ну вот.
Хочу меч себе. Сделаю меч. А я вот не знаю, топор оставить или... Или меч. А, блин, я скользкий, мокрый. Так, что дальше? Мимо грибов прошел. Я их не увидел. Ладно. Залежи меди. Здесь долбить? Да. Стоим, ждем. Мне уже надоело. Да, оставишь мне. Я могу тебе отдать это, ты можешь, ну, побежать обратно. И... Да, что, я буду посыльным работать? Нет, просто ты в этом доме же там что-то делаешь. Курьером? Опять пришли. Домнич. Да, твои друзья. Дома я ничего не делаю. Блин, а для чего глаза, мне интересно? Ну, тоже, наверное, для чего-нибудь. Но потерпи, узнаем. Странно это, ну, в плане того, что... Ну, рецептов из них никаких. Значит. Ну, пока никаких, как и из чертополоха тоже нет. Потерпи. Ладно. Могу загуглить. Ты же сам не хотел. Чем проблема потерпеть? Бля, а есть какой-то инструмент, который побыстрее долбит меня? Ну ты подожди, в чем проблема, потерпеть. Блин, у него это, когда он апается, у него появляется ореол, как... Да, как иконостас. Да. Прибежала. Кирка-то не одноразовая, которая убит. Нет. Вон торчит еще кусочек. А, вот еще. Я нажимаю там четко, поэтому. Почему? Ну, не 10 раз. Клик-клик-клик. Так. Медь. Так, а что я подобрать не могу? Интересная история. А, ну да, 299. Все, я подобрал. Я не могу.
А, камень можно выбросить. Не, камень оставь, потому что камень тяжелее найти, чем дерево. Ты уверен? Чем дерево? Дерево выпадает из монстров. Да, это я знаю. Блин, тяжелый груз. Тоже сейчас. Поэтому я камень оставляю. Блин, что буду бросить? Так, сколько дерева весит? По две штуки. Шесть штук надо выбросить. Блин, какие-нибудь салазки бы. А то вот так вот таскать по одному стаку, это, конечно, грусть. Но здесь не так нужно, не в таких объемах, как в... Так, мы вот это все разработали, значит, можно отсюда метку убирать. Я не думаю, что здесь снова появится она. Все, готово. Бежать. Че? Ну не убирается метка, блин. Правую кнопку мыши. А, точно. Это идиот. У тебя еще есть место, куда сувать? Ну, да. Но только здесь только камни. Вон кусок торчит, да, лишь мили. Вон еще кусок, если есть куда. Найдется. А, все, у меня рог поломался. Руками я не могу вести. А интересно, если прям глубоко в землю уйти, то будет там что-нибудь? Ну, можно, например, на какой? А ты вылезешь потом? Я-то вылезу. Ну, давай. Не-не-не, я имею в виду вообще. А, да не, я думаю, пару метров и все. И будет какой-то, не знаю, блин, мантия. Все, можно идти. Здесь вроде ничего интересного нету, нету. Все, пойдем. Чертополох. Шкуры, они нужны для брони. А чё ты говоришь, камень-то тяжелее найти? Вон, вышел, долби вот эти камушки, все разлетится на камень. Ты чё? Видишь вот эти кочки? Ну ладно. Просто почему-то мне по ощущениям камень тяжелее. Смотрите, камень везде. О, смотри. Смотри, пещера. Серьезно? Да, только я метку поставлю, потому что мы сейчас не сможем туда зайти. У нас нет. О, они между собой дерутся. Все поставила. Потом сюда вернемся. Мне в любом случае возвращаться нужно что. Да. Блин. Где пещера? Чуть ниже моего, там, где мой маяконг. Потом тебя туда отведу. Не вижу, не вижу. Там ты почти возле нее прям. Вот, а, все, чуть-чуть. вижу. Сейчас я тоже его помечу сразу. Yes, yes.
Ого, тут меня подкинуло. На чем? На камне. Я думала, я в космос полечу. Минус полфута. Олень, блин, выскочил от меня. Да, грибы еле видно было. А из дуванчиков пока еще ничего не делается, да? Нет, медовуха. Делается из дуванчиков? Да. Так что... Ну там как бы их много еще, там один дуванчик нужен, так что можешь не собирать их пока. Их много очень. Снег распадает. В котел, да, сразу медь кидать? Да, в плавильник кидаю. Он тоже здесь выкину, рядом с плавильником потом. Угу. Ну, жду прям. Я тоже решил прям. Я видела. Вот поэтому я тоже так решила. А то складывать, конечно, туда вообще падает. Когда непонятно, как сажать, но, возможно, просто нужно, чтобы грядка была. Ну, наверное, да, надо будет. Какую-нибудь мотыгу, наверное, найти нужно. У нас же есть мотыга. Так, у нас нету этого. Дерево.
Можно цветы тогда складывать, ну, например, сюда. Я не знаю, я сейчас второй ящик просто поставлю, потому что... Сейчас, подожди, просто, ну, второй ящик с этой... Ладно, я тогда пока... Для хавки. Пока сюда скину. А как увеличить комфорт? Вот он раньше, вот с начала игры он был этот 4, сейчас стало 5. Вроде ничего не меняли мы. Я не знаю. Может, типа, с улучшением дома он улучшается? Дом-то мы не трогали больше. Так, я за деревом, потому что печка топить нечем. В другую сторону пойду. Хорошо, здесь нельзя лес поджечь. Ну, когда стал. Да куда ты покатился? Вот это мне дерево рубануло по мне. Ой,
кабанчик ходит возле дома. Да, он там давно уже ходит. Давай я потом загон мне поставишь. Я сейчас тоже пойду за деревом, хорошо? Ну, ладно. Так, дерево. Ты прямо возле дома рубишь? А, нет. Подальше. Хочу, чтобы у нас из дома хотя бы лес был виден. Угу. Нет, я чуть дальше рублю. А оно может перевариться в этом котле? Нет, там крафтишь как обычные шмотки. Так, я дерево рядом с этим скину. С печкой. Пошел нахуй! Я там на кого-то. Так, ночью рубим деревья, днем строим. Блин, как ночью долго восстанавливается стамина. Thank you.
возле дома? Нет. Ну, возле дома, да. Да блять! Что случилось? Застреваю в этих самых кустах. В первом ящике всякая шняга, а во втором ящике мясо. Угу. Короче, загон. Знаешь, мне делать? Чё? Давай, показывай. Травка приминается. Вот где я стою. Угу. И примерно, знаешь, отдали максимально. Отдалил. Сейчас я примерно буду... Вот, примерно радиусом... Вот, вот я бегу. Вот примерно вот такой вот. Понял? Да, примерно понял, сейчас. Надо еще придумать, как это эти делать. Грядки, потому что если будут свиноты, их даже надо кормить будет жрачкой. Как можно больше, чем больше? Не знаю. Как оно там так работает? Я даже не понимаю, почему у тебя так. Так, ладно. У меня так не делалось. Все время так делается сейчас. Не только у тебя. Значит, особенно. Наковальне можно сделать. Да, это ты как? Это из чего? Вот. Ну, это улучшалка для этого. Кузница. А где? Я чуть не увидела. Ну, это в ремесло, все, в ремесле. А, вот это говно, да? Все, я поняла.
Хочешь, можешь поставить сразу, пока я здесь делаю. Наковальню еще поставлю. И две бронзы, 5 древесин. Ладно, сейчас сделаем. Забор, наверное, делается так, без всякой склейки. Да, он без склейки, поэтому он настолько всратый, что... Хотя он... Единственное, только я не знаю, как его, эту свинью туда загнать. И... Ой, такая маленькая наковальня. Вот сюда засуну ее. Оп. А, нет, не засуну. Помещает. А, вот, все, поместилось. Отлично. Все поместилось. Кузница уровень 2. Да я просто, блин. Какая-то странная она. У тебя точно получится. Блин, где бы еще пчел взять? Такая косая, ну ладно. Ой. Чё? Ничего, прости. Какой-то сратый. Что это? Я не знаю, он же наклоненный. Блядь, а почему он у них наклонённый? Что это за говно? Они... Какого хера они сделали? Пойду попробую, короче, это из свиноти вонючей понакидать еды. Наверное, она грибы ест. Но я не уверена в этом. Ща я тебя поставлю. Уверен. Хорошо, уверен. Пусть какой-нибудь я тебя поставлю. Ну как какой-нибудь? Мне нормальный надо. Ну, нормальный. Какой-нибудь. Вроде небольшой. Так, тут здесь свинина. Она здесь ходила. Короче, свинья какой-то пропала. Знаешь, как, наверное, сделаю? Знаешь... Так, я смогу отсюда выпрыгнуть?
Сейчас я там поставлю ворота. Я просто... Я просто, знаешь как? И, короче, вот так перепрыгну. Знаешь, как сделаем? Я побегу от свинины, она побежит за мной. Вот здесь вот будет дырка, она в эту дырку забежит, а ты стой на страже. Я перепрыгну, вот так сделаю херак, а ты сразу ту дырку забаррикадируй, окей? Угу. Все, давай. Сейчас я ворота сначала поставлю. А зачем ворота? Можно просто... Я думаю, что она вот здесь спокойно перешагнет. Ты можешь даже не ворота, а просто что-нибудь поставить. Сейчас я сразу раскидаю здесь еду, ладно? Заранее. Ну ладно, быстренько построю. Их же две все равно нужно. Угу. Да. Я думаю, успеешь. Сейчас. Иду кину. Быстренько. Так. Так. И вот так. Все. Кино. Ладно, кривой, всё. Кривой, конечно. Бегу, да? Да, всё. Давай. Все, сейчас. Так. Сейчас. Ну-ка, свинья. Рюшка. Все, он за мной бежит вроде бы. Вроде бы бежит. Он, конечно, тупой. Кривой, косой. Он бежит за мной? Да, бежит, сейчас, подожди. Бля, он на тебя агрится. Не-не-не, он куда-то в сторону побежал. Ща. Господи, тупое, блядь, животное. Во, все. Ага. Забежал. Все. Все, теперь можно его не трогать, пусть он там бегает и приручается. Сейчас он разагрится и будет кушать. Ну, я так думаю. А он там ломает. Не, он ломает станок, но это ладно. Все, разогрелся. Теперь пусть кушает. Е-е-е, спасибо большое. Так надо второго еще будет. Чтобы он плодился. Кстати, да, второй же где-то здесь бегал недалеко еще. А, нет, давай... Да, сначала одну сделаем, да. Да, сначала одну приручим. Так, я, наверное, Е побежал... Хотя нет, подожди, сейчас. Да, он вроде кушать приручается. Вот ему там развлечение станок ломать. Так, ты ж поставила, да, это? Кого? А, вот она, наковальня, да? Угу. Ну-ка. Бронзовые гвозди. Меч. А, ну это просто для апгрейда. Угу. Но пока нового ничего нету. Бронзовый топор, 35. Меч. 35. Бонус к парированию. Сила парирования 20. То же самое. Меньше отбрасывает. Меч более прочный, чем топор. Да. Отлично. Режущий. Но я буду топором, наверное, все-таки. Пойду за бронзой. Еще. Ой, точнее, за медью.
слушай. Вообще. Ничего. Что такое?